Приветствую всех любителей астрономии. И сегодня в выпуске поговорим про экваториальную монтировку EQ1. Эта монтировка сейчас часто встречается в продаже с небольшими телескопами начального уровня. Сделана она для максимального удешевления экваториальных сборок. Монтировка плюс телескоп. Такой уж рынок. Раньше встречалась редко. Однажды мне попалась такая монтировка с древним телескопом с апертурой 60 мм. Тогда я даже не обратил внимания, что она меньше, чем EQ2. Уж очень они похожи. Итак, начнем со штатива. Он имеет регулировку по высоте, легкий и гибкий. Если ноги сильно высоко не выдвигать, то, наверное, пойдет. А так, конечно, хлюпковат. Голова монтировки металлическая. Заявленная грузоподъемность до 3 кг. Чувствует себя хорошо с маленькими, и чем легче, тем лучше, телескопами. С длиннофокусными телескопами от 700 мм тряска будет значительная и будет доставлять довольно большой дискомфорт при наблюдениях. Все это обусловлено простотой конструкции. Грубо говоря, втулка, в ней вращается штырь, имеются люфты, зазоры. Плюс сама монтировка легкая, имеет мало металла и жесткости. На оси ИРА у нас установлена червячная передача, поэтому эту ось можно крутить сколько угодно. А вот на второй оси червяка нету. И поэтому есть крайние положения, до которых можно докрутить. И перед наблюдениями стоит позаботиться, чтобы вот это положение оно было посередине. Иначе при наблюдениях может оказаться так, что вы упретесь в ограничитель и будет некомфортно наводиться тонким движением на объект, потому что уже не идет. Также вот эти ручки имеют довольно нежное крепление и могут соскочить, поэтому требуют аккуратности. На монтировке предусмотрено место крепления для мотора, который должен устанавливаться прям взамен ручки тонких движений, поэтому этой ручкой воспользоваться не получится. И при некоторых положениях мотор будет задевать телескоп. Но при этом мотор позволит сократить вибрации, потому что не нужно будет трогать ручки на телескопе продолжительное время, и наблюдать в окуляр нужно будет, не касаясь самого окуляра, в безветренную погоду. Также мотор поможет в освоении планетарной съемки. Если другого варианта нет, а желание есть, почему бы и не попробовать. Про какой-то адекватный Deep Sky на этой монтировке астрофото через телескоп я бы, наверное, говорить не стал. Но никто не мешает, в принципе, поставить на монтировку просто фотоаппарат. Он небольшой, создает небольшие нагрузки для монтировки. Плюс на маленьких фокусных расстояниях легче выставить полярную ось. Очень сильная точность не нужна. И подобрать выдержку и пробовать снимать. Если реально других вариантов абсолютно у вас нету, а желание прям громадное, почему бы и нет? Все-таки монтировка экваториальная. На этом, наверное, сегодня и все. Тут особо больше рассказывать нечего. Если было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь, все дела, оставляйте в комментариях ваш опыт использования этой монтировки обязательно. Всем ясных ночей и хороших наблюдений.